Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать, как сделать чат на экран. Самый простецкий способ, который только может быть. В общем, смотрите. Заходим в поисковик, пишем Streamlabs. Вот, выбираем вот этот. Streamlabs.com. Я уже зашел. Заходим через свой канал. Вот. В общем, смотрите, что нам нужно. Первым делом открываем виджеты, находим чат-бокс. Вот наша панель с чат-боксом. Первое, выбираем, как будет наш текст появляться, чат. Вот, просто стандартный прилетает, потом боксовый. Ну, тоже красиво так появляется. Дальше Twitch, ну, это просто плавающий, самый стандартный. Old school, пиксельный, 8-битный. Ну, тоже прикольно, но не то. Чанки. То есть появляется ник, потом прилетает текст. Вот этот более-менее оптимальный. Либо этот, либо клиент. Дальше. Что нам нужно здесь выбрать? Ну, здесь размеры текста. То есть побольше, поменьше. Так. Это сколько секунд он будет держаться, чтобы перед удалением. То есть, может быть, прям практически сразу, чтобы исчезал. Вот он, 5 секунд, и он стирается. Либо побольше, чтобы он до конца доходил. Но это не столь важно. Вот это я даже не знаю, что такое. В общем, не знаю. Так, скрыть ботов, скрыть команды, ну, это все стандартно, не знаю. Также текст можно выбрать, цвет текста, здесь по умолчанию стоит белый, можно поставить желтый, ну, короче, любой абсолютно. Но белый, мне кажется, больше всего заметный, обычный FF. Вот, все, настроили мы, в общем, что нам нужно, берем, нажимаем копировать. Скопировали наш текст. Вот тут написано, подтвердили. Вот. Теперь дальше что нам надо? Заходим в OBS. Добавляем браузер. Пишем чат. И сюда вставляем нашу ссылку. Чпуньк. Все, наш чат готов. Можем, конечно, настроить еще высоту и ширину. То есть ширина у нас 800, высота 600. То есть высоту можем поставить 1000. Вполне пригодно. Вот. То есть чат у нас в этом окне будет. Вот как вы видите, показывается красным. Все, запускаете стрим. Наш чат здесь побежал. Перемещайте эту фигульку куда угодно, куда вам больше всего нравится. Сюда, сюда, там, сюда. Короче, куда угодно. Все. И чат у нас будет бегать, 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 бегать. Все замечательно. Дальше. С чатом мы разобрались. Все у нас работает. Все классно. Я у себя его просто удалю, пока мне он не нужен. Вот, едем дальше. Теперь я вам покажу, как можно сделать, поставить счетчик зрителей. Тоже немаловажная деталь такая, интересная. Так, где же она есть у нас? Вот он, View Count. То есть жмякаем сюда и начинаем настраивать. То есть вот у нас счетчик, как он будет выглядеть. То есть выбираем шрифт. Шрифт выбираем, ну, какой вам нравится. Какой вам больше по душе. То есть как будет красивее вам смотреться. Ну, это уже на вкус и цвет, как говорится. Любой, абсолютно любой. Вот такой даже, тоже неплохой. Вот. О, школьный такой. Так. Здесь мы выбираем цвет нашей цифры. Можем делать красный, синий,
Но мне, честно сказать, вот такой зеленый больше по душе. Он яркий, заметный, и на белом фоне, так как зеленый цвет такой мало используется везде. То есть такой цвет, в принципе, нормальный. Размер. Но размер можно также регулировать и в этом, в OBS. То есть жмем сохранить. Также, кстати, это и про чат тоже надо было сохранить, нажать после всех настроек. Потом берем, копируем ссылочку, открываем наш OBS, добавляем также браузер, пишем счетчик, вставляем сюда нашу ссылочку, нажимаем ОК, и вуаля, вот мы видим число зрителей. То есть вот она. Отлично заметно. Все. В общем, на стрим заходят люди, и вы увидите счетчик, сколько людей показывается на вашем стриме. Также это все можно изменить. Можно вот так растянуть. Да как угодно. В общем, счетчик будет работать. Размер показывать. Ну, вот и все. Счетчик мы показали, чат показали. Все отлично. Все классно, все работает. В общем, и вот мы сейчас видим счетчик у нас тут вот, где он, угол наш. Блин, где мышь-то? Почему он не видит мышь? А, вот. Вот он. Мышек показывает. Вот и все дела. Все, в принципе, легко и просто. Также здесь можно много всего настроить. Тут и донаты, и все подряд. Но я зашел сюда через Оперу, она мне не переводит текст. Там убить босса. Короче, донат можно сюда прилепить. Типа, кто донатит, убивают босса. Кто много денег напихает, тот и победил, в принципе. То есть тоже интересная вещь. Что еще тут? Ну вот, спонсорные баннеры, подписки какие-то. Количество подписок, сколько нужно собрать, за какое время. Ну, в общем, очень-очень много настроек. Также отсюда можно и Streamlabs скачать. Кто любит Streamlabs, я как-то привык уже к OBS, поэтому Streamlabs мне как-то ни к чему. Вот. Alertbox. Ну, в общем, очень-очень много настроек для OBS тут. Можно добавить фишек всяких. Море просто. Но самое основное, как я и сказал, это у нас счетчик зрителей и донат. Чат. Чат-бокс. То есть чат-бокс вот он тоже у нас настраивается. Тут, блин, после всяких настроек не забывайте нажать сохранить. То есть после всего там, то есть шрифт поменяли, там еще что-то сделали. Точнее, не шрифт, а размер. Ну и нажали сохранить. Ну вот и все, что я хотел вам сказать. Будут вопросы, пишите комментарии, постараюсь вам ответить. Ну а так вроде все понятно, я объяснил. Все. Всем спасибо за внимание, всем пока.